помощью простой открытки или небольшого письма можно поддержать и заставить улыбаться. Вокалистка группы «Айова» Катя Иванчикова присоединилась к Добропочте и исполнила мечту одной маленькой девочки. Соня Егорычева уже длительное время находится в больнице. Девочке удалили почки. Она прошла курс химиотерапии и сейчас восстанавливается после операции. Все это время Соню поддерживали письмами и открытками добропочтальоны. Вокалистка группы «Айова», узнав историю девочки, сначала записала для нее видеопослание. После этого Екатерина Иванчикова лично навестила Соню в больнице. Я думаю, что этот ребенок не зря стал таким мудрым, сильным уже в таком маленьком возрасте. Наверное, она сделала что-то великое. И я это точно знаю. Я в тебя верю очень. Девочка слушает группу «Айова». Особенно ей нравится песня «Улыбайся». Певица подарила ребенку игрушки, а девочка научила певицу плести браслеты из бисера. Вместе они подписали открытки другим детям.